Здравствуйте, с вами Роман, и продолжаем играть в Террарию. Закончили на том, что пытались насобирать ресурсов, бегали, прыгали и все как обычно. Так, факт в том, что ресурсы нам сейчас нужны. И очень пригодились в общих чертах. И вообще, я там пытался прорыть, насколько вспомнил, дорожку в самый-самый низ. Так и не дорыл. По причине лавы. Да, вот она. Так. Ну, суть в том, что как-то с лавой нам придется разобраться. Вот как? Это сложный вопрос. Есть у меня одна небольшая идея, но она займет время. Так. Ну, сейчас посмотрим, сможем ли мы это провернуть. Что? А, показалось. Ну, ладно. Летим дальше. Я надеюсь, никакие страшные мобы нам мешать не будут. Так. Я надеялся на это. Так. Слушай, ты. Не мешай тут. Так. Ладно, сняли пару уродов. Так. А что, в общем, пока вроде неплохо идет. Если повезет. А мне, наверное, не повезет. Да. Я так и знал. Кыш. Кыш. Ёп. Депортирующийся урод, а? Так, сейчас мы тебе поможем обрести судьбу. Вот именно так. Господи, да сколько ж вас тут. Много. Так. Эти демоны вообще не хотят сдаваться. Ни в какую. Так, тут у нас есть... Нет, у нас нет возможности этого разрыть. Как же, что же нам придумать? Придется нам пока что делать вот так. Так, посмотрим. Будем вырывать большую яму, чтобы в нее как бы слить лаву. Так. Туда лава может попасть, значит, все отлично. Так. Хорошо. Собственно, просто не нужно, чтобы она попала дальше. Да, вот как-то так. Так, с этим мы разберемся. Так, хорошо. Ну, давайте троим, тут побольше ям. Общих чертах. Так. Хорошо. Хорошо. У нас имеется достаточно большой такой проемчик. Так.
планирую вообще всю лаву слить в сторону, чтобы она нам не мешала рыть проход. Хорошо. Пока все идет вроде бы хорошо, я надеюсь. Так, останется только вскрыть нового лавы. Привет пока, так скажем. Так. Чтобы вскрыть дно, я сделал плитат, наверное. Да. Кыш, демон. Так, давай. Кыш. Не подходи ко мне. Так. Сейчас сделаю контейнер для лавы, так скажем. Отсюда. Так, здесь теперь лава будет царить. Угу. Так, теперь надо подождать, пока она сольется. Вся сольется сюда. И все будет шикарно. Так, ну, она некоторое время будет сольется. Собственно говоря. Это все идеально. Не лишним будет, я думаю. Так. Лава понемногу сливается. Блин, демон. Опять ты. Купайся в лаве. Молодец. Еще один. Так. Yes. Господи, опять этот... Не опять, а первый раз, но все равно. Я их раньше не любил. Господи, демоны. Топ-топ на меня напало постоянно. Так, опять ты. Купайся в лаве. Чтоб ты там закис. Господи, вас что, расперло? Туса у вас сегодня, да? Так, все нормально. Лава уже почти слилась. По крайней мере, кабальки мы можем забрать. Яма оказалась слишком большой, как я думал. Господи, иди нафиг. Ты еще. Пипец какой. Нафиг пошел. Офигеть. Так. Ну, самое главное, мы избавились от лавы практически. Да, мы от нее избавились. Так что проблема номер один решена. Так, можем копаться вниз дальше. Ну, что за напасть, а? Так, тут еще целое озеро лавы, которое некуда слить. Это прям беда, товарищи. Да, с этой лавой прям хоть вешайся. О, я вижу адамантин вот здесь. Это вот это до него достать нереально. Так, давайте посмотрим, как нам сделать зелье обсидиановой кожи. Это точно нам поможет. Так,
тут миска с водой есть? Есть. Так, крафт, скажи-ка. Так, зелье обсидиановой кожи. Так, воднолист, обсидиан. Обсидиан есть. Это есть. Все. Так. Хорошо. Это у меня тоже, кажется, где-то было. Сейчас посмотрим. Так. У нас есть бутылки-то. Огнецвет у нас есть. Воднолист есть. Ну, все прекрасно. Можно сделать парочку. Отлично. Так. У нас их здесь больше нету. Ну и ладно. Так, хорошо. Так. Берем все, что нам не нужно. Так, стой. Дай-ка. Не нужно. Так, это мы оставим. Пригодится в будущем. Это тоже. Так, это продолжим. Так, гель тоже оставь. Мне тоже пригодится, в принципе. Так, ну все нормально. Так. Так. Здесь у нас все это лежало, кажется, да? Так, окей. Где у меня огнецвет еще где-то, кажется, лежал. Насколько я помню, где-то он лежал. А, одна штука. Ну ладно, ради одного лежит. Так. Ну что ж, теперь можно со спокойной душой практически спускаться туда и радоваться жизни. Если меня там никто не прибьет, конечно. На что я сильно надеюсь. Так. Полетели. Они слетят со мной. Я прям чувствую. Ну ничего, прорвемся. Так. Вот отважный путник спускается в недры земли. Ему не избежать встречи с лавой. Но он готов к этому. Он лишь не готов к тому, что встретится с опасными врагами, которые могут его укокошить, как в прошлый раз. Так. Хорошо. Так, вот мы и можем попасть. Да, вот с такими тварями вот встреча была неожиданна. Блин. Еще одно зелье выпили. Ну ладно, не суть. Главное, чтобы эти... Померли. Так, давай, кисай там. Так, все, пошли нафиг. Чтоб масла вот не спалила. Ну ладно, по крайней мере, не знаю, что делается. Так. Как делается зелье обсидиановой кожи, и это не очень сложно оно делается. Да, я тут долго копался, чтобы сидели в вселенной тоже смысл говорит. Подышать. Так, отлично. Так, как я раньше говорил, я вижу один кинчик. Еще один подарок. Так, ну да ладно. Открыли, отлично. Так, хорошо. Получайте, гады, получайте свое заслуженное. Вот, так вот. Ребят, тут кабальта. Так, ладно. Кабальт мы заберем, конечно же. Так. Как-то так, а работа движется.
я вижу, что это мантин пропустил несколько штучек. Так, я знаю. Я его не пропустил, я его просто... Ну, точнее, зелье кончается, я боюсь утопиться в лаве в данный момент. Но это не очень радует перспективу. Так, хорошо. Так, подышали. И пока у нас еще работает зелье, будем копаться. Горите, горите, демоны. Так вот. Так. Хорошо. Пока зелье не кончилось, надо докопаться. Так. Надо докопаться вот до сюда. Я чувствую, это очень важно. Так. Так, вот, демоны. Крыша. Да, тут много лавы, очень много лавы. Зелье на исходе. Так, будет все неплохо. Ну что ж, зелье у нас кончилось, что я могу по этому поводу сказать? Ну, ничего хорошего. Так. А лава-то все течет и течет. Как это не ужасно. Так, лава у нас закончилась, отлично. Фу. Но без зелья нам все равно больше не прокопаться. Так, посмотрим. Прогульнемся немного, раз уж на то пошло. Так. Статуя птицы. А, это интересно, даже можно чем-то. Может, птичек смогу вызывать. Так. Пошел нафиг. Так. Адамантитовая, да. Адамантитовая, вот. Адамантит. Нет. Так, посмотрим. А, вон еще адамантит. Хорошо. Больше мы его добудем, тем лучше. Вот даже броню хватит. Потом. Так, пошли вы все нафиг. Что, плохо доходит? Ай-яй-яй-яй-яй, нафиг такое счастье. Ай, все, жопа. Нафиг иди, нафиг иди. Так, хорошо. Вот ты. Ну да, ладно, хотя бы так. Так, неплохо, неплохо для начала. Так. Руды мы немало нарыли, аж 100 штук у нас сейчас в общих чертах. Так. А это у нас 20 слитков. Это у нас можно сделать меч, который 48 урона. В любом случае лучше, в принципе. Еще можно пилу сделать, или начало брони. На броню этого не хватает толком. Сделаем меч. Однозначно меч. Так. Давайте что-нибудь продам. Так. Фигня, 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 это так, это оставим, фигня, 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 так, это тоже оставим, фигня, 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 так, меч, хорошо, грань ночь, знаешь, жалко, жалко, я ее столько делал, в общем, жалко мне меч, я его оставлю на память, так, хорошо, отлично, все отлично, так, так, птичка, птичка, хорошо, так, 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 так. Ну что ж, 11 слитков у нас еще есть. Хотелось бы перековать что-нибудь, знаешь ли.
мечачек, а то он что-то какой-то ложовый вышел. Я надеюсь, 3 золотых на один раз хватит. Лишь бы ладжа не вышла. О, 18 золота. Ну это что, всего? Действительно, как дешево. Ладно, на перековку меча у нас не хватит денег, просто чисто физически. Ну ладно. До свидос. Так, спасибо за все. Так, хорошо. Кажись, все нормально тут. Средний эффект отбрасывания. Быстрая скорость. Ну, в общем, неплохо. Наверное, этих тварей наконец смогу нормально избивать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте. Если вы здесь впервые, подписывайтесь. До свидания. Пока.